организации. Все было компактно, как написано, быстренько, никто никого не ждал, но теряет нам на время. Петрович, прошла первая тренировка, поделитесь вашими впечатлениями. Ну, в принципе, то, что должно быть, то и произошло. Тренировка произошла, прошла с очень хорошим настроением. Ребята соскучились по зеленому полю, по хорошей погоде и работали с настроением, и, в принципе, довольны. Отсутствие Коби Маяля на сегодняшних сборах с чем связано? Коби получил небольшое повреждение в последней игре «Динамарта». И мы решили, что лучше всего будет, если он будет восстанавливаться 3-4 дня дома, потому что дома у нас есть вся необходимая аппаратура для этого. Здесь это проблематично. И пришли к такому мнению, он думает, 3-4 дня он присоединится к нам.